Стёпа абсолютно нет. Если человек танцует, и он танцует с душой, то какая разница, как он танцует? Главное, что он получает от этого удовольствие. Танцуй, как президент! Приходи поскорее, я жду тебя. Насколько я знаю, проходит даже, по-моему, конкурс в России «Танцуй, как медведи». Ну, я думаю, что как бы он, наверное, в курсе об этом. Я думаю, он даже оценит. Уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай, American boy, ой-ой-ой, уеду с тобой, American boy. Очень смешно. Простите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич.